Мы попытаемся выстроить открытый диалог по тем или иным вопросам развития культуры и искусства Кустанайской области. Докладывая об итогах работы за 2019 год, руководитель управления культуры Кустанайской области решил не пользоваться трибуной. Ерлан Калмаков говорил сначала о положительных моментах. Это динамика по показателям деятельности театров и кинотеатров, увеличение количества проведенных культурных мероприятий, ремонтов домов культуры, открытие памятников. Но затем руководитель ведомства перешел к проблемам. Одна из них – работникам культуры. Культуры, согласно посланию президента страны, положены 35% надбавки к зарплате, но получили ее лишь управленческий и основной персонал. Костюмеры, гримеры, те люди, которые непосредственно занимаются творческой деятельностью. Поэтому мы попросили Министерство культуры обратить внимание на эту проблему. И сейчас, как бы нас услышали, и мы очень надеемся, что внесут соответствующие изменения, и эти категории лиц перейдут в это постановление и будут получать доплату уже в ближайшее время. А между тем, сфера культуры Кустанайской области не может похвастать полной укомплектацией кадров. В Федоровском районе, к примеру, не хватает 6 работников, хотя людям предлагают подъемные и ведомственные квартиры. Заключено рамочное соглашение с государственным коммунальным предприятием районного дома культуры «Жастар» о размещении объявления о проведении конкурсов на интернет-ресурсах. Объявление о вакансиях размещается на электронной бирже труда «Инбек.кз», официальном сайте акимата района и в районной газете «Федоровские новости». Руководителями учреждений и предприятий культуры посещаются высшие и средние учебные заведения, ярмарки вакансий. Результатом данной работы стало, что только в 2019 году культуру было принято 8 молодых специалистов. В этом году сеть учреждений культуры лишилась 22 досуговых организаций. Закрыты 14 библиотек, среди которых детская библиотека в Камыстинском районе и 8 домов культуры. Причина, по словам чиновников, отток сельского населения. А количество читателей в оставшихся библиотеках также уменьшается. Хамза Нурпеисов и Татьяна Калюжная, РТН.